Можно? Если ты не видел, я помню на Веневской, когда в 18-м году снимал. Кто-то за мной зашел, какие-то жильцы, видимо. Я успел уехать, и потом кто-то несколько раз ногой по двери постучал. Бывает. Не знаю, зачем. Неужели за мной гнались или что? Ну, может, типа не подождал, что ты их. Может, ну, возможно. Ну, да. Новая система стоит. А что, эти кнопки взаимосвязаны между собой как-то? Да. Если диспетчер увидел, что ты встал, уже начинает спрашивать, все в порядке. Да нет, бывает кнопка отмена в роли вызова. И она звенит. Ну, здесь система другая. Часто такое встречал. Если просто лифт останавливается... А вот и нет. Старый, да, как? Значит, в другом. Значит, в другом пакете. Поехали. Значит, пойдем в следующий подъезд. Может быть, там. Как советский холодильник прямо. Или перфоратор. Хотя не похоже. Ленской 23. Такой же редуктор. Слушай, как будто когда лифт тронулся, кувалды как будто стукнули. Да. Вот. А когда мы тронулись в лифте, не было такого звука почему-то. Да. Ну, видимо, внутри не слышно просто. Ну, ты, видимо, да. А вот на Митинской 52, помнишь, тебя открывать или там? Ага. Тормозит, как... Ага, да. Это как... Там и слышно в кабине очень было. О. Мощно. Даже Санёк испугался. Ну, бывает. Бывает. Пойдем.